Всем привет! И этот сюжет обещает быть жарким, потому что мы с вами на самом крупном в Чите, без преувеличения, бойцовском событии. Это турнир по боксу класса А на призы Александра Бахтина. Александр Бахтин – мастер спорта международного класса, 9-кратный чемпион Японии, 2-кратный чемпион Азии и экс-чемпион мира по версии IBO. Уже 3 года он устраивает в родном Забайкалье мастерский турнир. Ребята, боксеры, теперь я хочу обратиться к вам. Выходя в ринг, вы знаете, что надо делать. На протяжении 4 дней порадуйте своих болельщиков яркими зрелищными поединками. Желаю успехов и удачи. Пусть победит сильнейший. Соревнование класса А – это престижное событие. Его участниками стали лучшие боксеры из 22 регионов России. Те, для кого бокс – это не просто увлечение. Это ритм жизни для меня. В ринг хожу я только для победы. Можно умереть, проигрывать нельзя. Как Рой Джонс сказал, если чувствовал, что сдаешься, представь, что если проиграешь, ты умрешь. Каждый турнир Бахтина не обходится без именитых гостей. Вот и сейчас в Читу приехали Олег Саитов, Григорий Дрозд, Арзубек Назаров, Руслан Караев и Зинаида Добрынина. Такое красивое, яркое, зрелищное мероприятие. Данный турнир проводится всего 3-й год, но он уже насчитывает более 100 участников. Я уверена, что с каждым годом количество участников будет только увеличиваться. Благодаря спорту у нас сегодня можно достичь больших высот, и поэтому желаю всем удачи, добивайтесь вершин и стран. Спорт на высоком уровне – это борьба интеллектов. С физической точки зрения боксеры находятся в равных условиях. Каждый из них долгими часами работал над техникой, выносливостью и скоростью. Их тела – как совершенные механизмы. Теперь важно, кто окажется умнее, хитрее, внимательнее и изобретательнее. Хорошо, да, хорошо! После левого, правого боковой постоянно! Бокс дисциплинирует и учит сдержанности, эмоции под контролем. Но испытывает ли боксер какие-то чувства, к примеру, жалость, когда бьет своего противника? Да я, в принципе, ничего не чувствую. Выхожу, просто вижу противника, с ним что еще делать в ринге, только бить надо. По-другому ты не выиграешь никак. На ринге чувствуешь боль во время боя? Нет, вообще, ну, очень редко. Азарт, адреналин в крови и желание победы. О боли на ринге думать некогда. Шестнадцать боксеров продемонстрировали свои навыки на радость многочисленных зрителей. Надеюсь, вы насладились этими бескомпромиссными поединками вместе со мной. Напоследок вопрос, который я не могла не задать. Как тебе Чита? Чита? Ну, хорошо, уже 2-й год сюда приезжаю. Турнир очень сильный, нравится. В том году там 2-е место занял. Сам город темный, мрачный какой-то. Это видео для вас сняла Ольга Баранова. Подписывайтесь на канал. Увидимся! Дай квадрат! 5, 6, 7, 8, дай.